Этот шатер расположился в пару метрах от Дворца искусств. Сюда спешат горожане уже с 10 утра. И неспроста. Кругом выгодное предложение. Например, распродажа шуб из норки и овчины. На большую часть моделей действует скидка до 50%. В подарок любая куртка. Шубки у нас стоят от 300 рублей. Можно приобрести изделия. В основном у нас идут мутоновые изделия. Есть немного норки. Размерный ряд от 38 до 62. У нас на месте можно оформить рассрочку, кредит. Неподалеку разместился отдел с головными уборами. Меховые шапки, писец, соболь, норка. Цена около 100 рублей. Есть и обычные варианты за 60. Здесь же представлена женская обувь и одежда. Платья, рубашки от 35 рублей. Джемпера и брюки белорусского производства от 40. Найти вещь по вкусу от классической до спортивной сможет даже самый капризный покупатель. Размерный ряд до 70. Отличным дополнением к образу станут украшения с ювелирной огранкой. Например, эти бусы из камня агат. Их в Бобруйск привезли прямиком из Индии. Цена 70 рублей. Ярмарка богата и на восточные сладости. Килограмм рахат-лукума – 10 рублей. Рядышком сухофрукты. Курага стоит 18, инжир – 25 рублей. Здесь же пряности. 300 граммов приправы для плова обойдутся в 4 рубля. Варианты сыпучих смесей есть к всевозможным блюдам. Плюс огромное разнообразие чая. От зеленого с имбирем до молочного улуна. За какими товарами сюда приехали? Ну вот, смотрю, сорочки ночные. Вот купили, пожалуйста. Рыбные вещи хорошие, вкусные, говорят. Мы ходим постоянно, вот каждый вот два раза в год ярмарка, два раза в год ходим покупаем что-то. Интересно, почему нет? Много товаров в одном месте. Отдельного внимания заслуживает копченая рыба из Рязани. Кальмар и треска 27 рублей за килограмм, окунь 30, камбала 37. Весь ассортимент не перечесть, гурманы оценят. Полуфабрикаты у нас очень хорошие, котлеты из щуки, из судака, рубленый окунь, без добавлений всяких там химозы, у нас чистая рыба. Сохранить красоту и укрепить здоровье помогут лечебные товары – бальзамы, настойки, масла и крема из Алтая. На витрине свыше 50 наименований. Бальзамчики. Курс приема 25 рубликов, то есть там по чайной ложке раз в год пьется. Крема-гели там от 20 рублей. Барсучий жир 60 капсул 30 рубликов. Есть для внутреннего применения, есть для наружного. Все участники ярмарки «Кряк» предлагают свою продукцию по оптовым ценам. Зимний кермаш работает ежедневно с 10 утра до 7 вечера. Купиться впрок можно до 15 февраля включительно. Адрес: Ульяновская, 35. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.